что, блядь? Пуляй на следующий. Непроходимый босс, блядь. Пепо клоун. Найдите другого, ну, блядь. Классно, классно. Керов, когда еще? Это мы знаем, из-за пидораса одного. Осуждаю. Держи агро, я без раскола. Раскол в КД. Так, я тут, давай. Блять. Ракетные ботинки, конечно. Сейчас выходить надо было. Нашли. И назад отошли. У меня урони забинжены, блядь, еще босс. Сбить касс не забудьте. У меня крик. Я не успел, ну типа... как же меня это бесит просто. Аку, не слушай его, ему эти, как его, ГТГ заплатили. Я не знаю, смотрите, вот как вариант, что мы можем делать, сразу ранжу, типа, набирать после того, что, ну, типа, как только он начинает кастовать, чтобы вы раньше набирали. Потому что, ну, я не понимаю, кого прохиливать. Потому что вот сейчас она кастовала в тотем условно. Типа, я без понятия, кого хилять. Ну, всех на фул держать мне возможно. Чел умер, у него было. Зашли, сдохли, блядь, забей. Сдохли нахуй. Типа, куда ты увел ее-то? Куда я увел? Да, где она обычно стоит, блядь? Куда я увел ее, блядь? И пулил не я, пулил не я, босс, если кто-то другой спулил. Этот, слышишь, просто каст бабе сбивай попозже, блядь, пока тики эти пройдут и все. Я ничего не сбиваю, все чекуа сбивает. Какие тики? Когда с лужи берешь тики, по тебе тикают, блядь. Не убивает же? Гол? Его шотнуло процентах где-то на 70 хп. Ну вот в том-то и дело, блядь. Убивает. Ну нереально, типа, сделать так, чтобы все прям моментально, чтобы вы к концу этой фазы были фуловые. Это только если... Ну я и говорю, конец. Позже, да, сбить каст бабе, блядь. Тогда тики закончатся просто. Я сбиваю после половины, а кто-то сбивает прям почти в начале. Чуть-чуть подождать, блядь, просто рейд дамажит тики с лужи, блядь. Куриона похуй, он 6 костов сбил на этом пуле, бля. Да чё он вообще, блядь, там луч проходит, как он будет сбивать? Мы про косты другие вообще, мы про шок небес, чё ты не... Да чел, ну типа, если вы раньше собьёте каст, мы вот, смотри, всеобщее покаяние, мы заходим, лутаем дебаф, он сколько длится? 30. 20 секунд длится. От священной земли, то есть она тикает 20 секунд. Каст гнева сколько? 15? Ну вот, 15, и плюс там еще этот идет, шок небес. Я говорю, шок, я не понимаю, потому что он по вам прыгает, типа. Вы как только этот шок видите, что у вас мало хп, просто отойдите от всех, пожалуйста, типа. Чтобы вас не шотнуло рандомно. Я не понимаю, у кого, ну типа, я не могу за каждым человеком следить, в каком конкретном месте он находится и рядом с кем. Ну это типа просто невозможно. Я же говорю, просто попозже каст, к концу каста, блядь, сбивайте бабе и все. Вас все равно шотнет, мы это не... Ну, типа... Блядь, Азерона, ты слышишь вообще, о чем тебе говорят? Нет. Если каст гораздо позже сбивать, то у тебя тики закончатся. Нет, и подмон, не успеют закончиться, да. Тики не заканчиваются, пока вы не... Тикает, пока каст кастуется. Через минуту приду. Значит, надо раньше брать лужу. Не надо вообще ничего раньше брать. Все нормально делайте, просто говорю, в конце, чтобы вас не шотало, просто вместе не стойте, и все. Мы таргетно поднимем пару человек.
Ну, типа, ну не в пару человек, условно. Ну, я вижу, в кого кастуют. Типа, я подниму человека, которого кастуют. Чел, почему сейчас... не закончится? Давай сейчас проверим, да и все. Потому что 5 секунд каст всеобщего покаяния. Ты когда-нибудь видел? Ну, ты хилил этого босса когда-нибудь? Ну, типа, ты просто не понимаешь, наверное, сейчас фреймы выключил. Ты слышишь, о чем я тебе говорю, балбес? Я тебе говорю, что священная земля, которую ты берешь, она длится 20 секунд. Всеобщее покаяние кастится 5. И потом вот этот гнев небес кастится 15 секунд. Да, ты понимаешь, там... что чисто не... Ну, все, он заканчивается. Да, если нормально тикать, то он заканчивается, и тики из священной земли нету. Их нету просто, когда у тебя молния кастуется, и тебя никого не шотнет. А, понимаешь, что к моменту, когда это все заканчивается, у вас пол хп у всех? И? Ну, вас шотит, потому что у вас пол хп. Как связано то, что, типа, стаки заканчиваются, и... Давай сейчас просто проверим, да и все, хули было булить. Играть и пулять уже. Дерево пошел, куда это было. Че, вы разобрались? Да, блядь. Не знаю, что они разобрались. На этой серии, блядь. Сейчас увидим, блядь. Я не понимаю, типа, в чем смысл? Просто разойдитесь, чтобы вас не убило, чтобы я видел, в кого кастить, и все. Если у вас если меньше... Если как ты увидишь, куда кастить. Потому что она, вот она в этот раз кастовала в тотем. И от тотема отскочила в хаку и убила его. Ну как я пойму, что типа он стоит возле тотемов? Ну, не сидеть и смотреть вот реально в тотем, типа, и взглядываться, но я не успел среагировать. Там каст не такой долгий. Ой, глюк оставала, бля. Вури кастует. Ой, Яша пизды получил. Че? Беги, Яша. К чему ты вообще это говоришь, типа, это всегда так работает. Бля, он аутист, забей. Я не понимаю, типа. Я просто говорю, почему мы не можем это прохилить, ну, вы как бы насрали, ходите. Да, кстати, ты сказал про 5 тиков луча, он тикает, блядь, там где-то, ну, раз в 0-2. Ну, я понимаю, но все равно. 5 тиков луча, да. Вот сейчас после гнева, если у вас меньше, чем половина хп, наберите раньше. Все, стаки кончились. О, чел, прохиливай! Вы крана кикнули, мужики. У Риона не слышите. Там есть время. Ну, Ури долбоёб, потому что там есть время прохилить. Нормально причем. Освоение, кстати. Я освоил. За один пул. Либо давайте сейв просто давать. На эту штуку всегда. У нас сейвов много. Отошли назад, отошли назад чуть-чуть. Сокру условно с твоей штуку чередовать. Отошли. Вот на половине это 4 даже. Даже не... Ну да, наполовину где-то. Наполовину? А где он? 4, давай. Вот, смотри, закончился. Ну вот, нахуя кикнули так рано, хуй знает. Следующий глюс акру нажмешь. Дальше все. Ну, если дальше она за 30 секунд откадешится, то да. Откадешится. Яша, я на щит дам мастерию. Да. Приготовились. Надо назад пиздец будет дать. Айп. Повезло. Повезло, блядь. Тут все. Лол, блядь. Да, мужики, ну чё. Ну там на самом деле ёбнутый этот рейндж. Так а нахуй вы подошли. Времени до хуища, демо же много. Давай скром. Фу, бафните рогу.
кидай прям сейчас. Да, я его выкину. Ты заметь, что надо это. Надо вот сюда нести. Ближе его подведи, вот, вот, вот видишь, где я стою? Вот сюда его вообще подведи. То, скорее всего, назад придется давать. Лужу к стенке между двумя лужами. Нормально. Наверное. Не, нормально, нормально. Шоп, подожди. Шоп, тик, заходись. Т4 есть? Если что, скажу, как нажать. А, я вижу. Я на 7 секунде нажал, так и сделал. Сейчас, давай. Набьем, блин, нахуй листик. Освоили. Ну слушайте, это пошел, победа. Что за дроп? Блять, охуенный освоили. Дроп. О, иди, да, иди, да, давай, блю, дробяшку. Да, да, мне. Тут вот, фишка, да, в том, что, блядь, ну рано кикают слишком. У вас есть там 4 секунды, а чего поднять? Это Ори кикает. Он хочет рейд пройти, он не знает, что надо. Что, мне заходить на твою руку? Или классно, зап. Пишите опер. Ну, мы без Ури бить будем. Если мы сейчас на оперу пойдем. Жалко, мой кнопки. У меня, кстати, нет АП-банки. Я последнюю выпил и вышел. Купи там навыки, две, три. Не надо мне, клю забираю, тем лучше. Надо это себе оставь. Ну, как хочешь. Это не то, что я там обиженка и так далее, мне похер, я говорю. Да не-не-не, мне вообще цель нету, заметь, я вообще молчу, мне поебать. Да он хотел себя забрать. Ему похуй на наш рейд. Вот. Типа у тебя 45-е, ну какая-то там с меткостью, ну типа шмус. Тебя это овк сильнее апнул, чем меня. Похуй, выпадет на нас. Тем более я ее пока только на ДЦ надену. На шипы, пока на шипы она валяться будет. Да выпали на НКД, похуй. Я на шипы роли не на ДЦ. А погибель может? Гони. Банка я. Гони ее потом. Да блять, банку перепивать. Вообще можно оперу погибели, смотрите, убить, чтобы Яша просто на моей роге был все время. Сейчас у меня погибель, ну нужна, да, токен ролить. Пули. Я говорю, мне заходить на твою рогу? Может трэш пока почистить этой. Ну опера ничего не хочу, у нас какие-то флешбеки. Погибель пошли. Кого по дефолту пойдем, смотрителя, гнева. Да, давайте потом, типа. Потом, потом все равно. Борлан придет. Борлан придет, Хисера на своей роге будет сидеть играть. Во, кстати, да. Че? Зачем тут что-то? Придумывать аки, там перекидывать, все это хуйня, если можно. А где у меня эта хуйня? Он нашел. Че, не бейте, мобов не там отпулятся, я слышу. А чё, Борланд, это этот, так не собрались, ваш статик, этот первый, типа. Да, Борланда кикнули. А, вообще. Он сам вышел. Он сам, ну, вышел. Сам вышел, да, он сам вышел. О, господи. Такие, ну там, я бы сам вышел, нахуй. Оксичит вообще. Нет, это ты, ну ты же видел к этому атмосферу, там десятки то же самое сейчас. Да, не, это было бы жестко, блядь. Сидеть Борланду терпеть, блять, то, что он пытается говорить объективные вещи, а Кирилл посылает его нахуй, ну, такое. Последнего бить надо. Ну, мне вообще кажется, что в играх сидеть на серьезных щах, там, хуесосить или что-то такое-то вообще. Поэтому нам похуй. Да не, ну можно, но, типа, хейтить-то можно прям совсем овощей. Ну, типа, да, но типа, если у тебя есть в рейде кого хейтить, то вопрос уже к тебе, как ты этот рейд набирал. Ну да. Ну, с Бароном знаком 8 лет. Я, кстати, это... Хейчу у Риона. Да. Прямо вообще можно хейтить. Прямо вообще он сказал, можно хейтить. Вопрос к тому, кто как набирал. Как он набирал, хуй его знает.
Пивас, блядь. Ты там убили этого танка на офе, блядь? Нет. Какого там? Да там босс, ну, там рейд новый вышел, там 11 боссов в рейде, они сейчас сидят, они на шестом боссе сидят сейчас, на шестом боссе из 11 у них там уже босс. На седьмом. А, на седьмом. На седьмом боссе там 150 пулов уже, плюс. Кого? В новом рейде, уловки. Мафия. Яш, можешь уже заходить, кнопки эти настраивать. Только создай новый профиль в бартендере. Так будет, наверное, проще. Возвращаться мне. Ой, этот ёбаный моб. Этот ёбаный танк. Не нравится, найди другого. У-у-у! Так и есть. Не нравится, найди другого. Умираю! Опять залезло чудо. Ебан. Быдло. Ебана. А тебе шефе. Дурачку. Блин. Хорош, Рэм, Кисера хорош. Очка у тебя есть? У меня есть Кисера очка, да. У меня друид был на некий Кисера, я его ренеймнул. На Кисеру очко? Да. И ренейм сделал нормально на роге наконец-то. А-а-а, там уже и это, место входа подтверждено. Ну все, Яша, можно угонять. В смысле, не подтверждено? Тебя почему там не пишут, что он это... Не знаю, но я не подтверждал. Почему он на хера? Он что-то на приста зашел. Он на приста, да, зашел. Блин. Ясно, бабки пошел гонять. Ну просто не пишешь, что типа место не подтверждено, типа. Зато себя полутает он на это, на эльфа бездны или. Кого он там сыграл? Он уже сделал. Он сделал уже. А-а-а! Яша продал тебе реги. Сейчас заберет реги и голду. Он вообще не продал. Шизик, ебаный. Это нормальный скам был бы такой. Ури, Лари, Слина уебут сейчас. Уши пули уебало. Ну что? Надо у нас пока стоит. Где этот моб ебан? Сзади вон. Просто в другой каражан как будто, блядь, ебнулся. Треснется ури там. Похуй. Похуй получается. Может, мне штаны упадут? Штаны. Один чел играет, хочет и штаны, и кольцо, блядь. Сразу двух персонажей одевает одновременно. Шизик. На самом деле лучше так, чем с рандомным ДК каким-то. Да, блядь. Ну я даже лошадь не успел кинуть. Да, реслин по фану. Реально уже специально просто делает. А, ой, ты забанил его. Да, какие-то проблемы просто с этим мобом, пусть постоит. Ну, у него нагрузку скидывает и телепортируется, это вообще мог долбоёб. Блять. Реально ББ, блять. На 0-1 просто все нахуй, агро улетело. Даже сифоника, блядь, так агро набирать буду. Да, блядь, у нас же лок сдох. Блядь, сейчас бы эльфа бездны, чтобы два таунта давать. А, блядь, его заморозили, вот боже. Блять, ёбок на мобе, хватит агро сбрасывать. У тебя перчатки точно есть, блядь? В смысле? В инвентаре, блядь. Какие перчатки, что? На РПБ. Я в этом, что ли, в ПВП?
Да, нет, ПВЕ я нажимаю на детях. А, да, они, значит, в банке, я в банке переодеваюсь. А ты кто? Я ПВЕ. ПВЕ правильно. Должно быть. Только проверь плащ, это всунул или нет. Потом. Плащ ты не... А где все твои штаны и перчи? Да все в банке, наверное. Просто нажми ПВЕ, оно оденется. Ну, когда банк откроешь. А, ты в огре так же, как и я до сих пор. А, камень, камень я добавил, я забыл поставить, блядь. Так, резайте, идите на выход, там вот это. Фрик на синге, вставай. Ладно, просто уйдите на вход. Мне. Кстати, первый аркан. Ну, вообще, кстати, зеленый почти не прокает никогда. Там один раз, по-моему, только что был поизон первый. Да и ватник не прокает первый. Аркан обычный. Там главное, что не поизон первый. Тоже правда. Ну, аркан первый тоже. О, фрик встал. Иди сихоник. Там пошел быстрее. Я вчернул его. А, ебан. О, время пить сапрот, кстати. Угу. Ммм, как удачно мы повайпались. СПД-фласка уже заканчивается. Я ничего не пил. Ой, иди джирса, пожалуйста. Тут боешная дробяшка на твоего хапала вот тут, моби, иди сюда. Боешная. Эта функция недоступна, блядь, я не могу тебе в банк зайти. А, это не тот банк, блядь. А, я реально не могу тебе в банк открыть из-за того, что... Да, давай переодену быстро. Я вышел, сак. А тут зачем, я про второй офф открою. Ва. Я на аккаунте. Вот там выкидывай. Рестлин это озеро, я не помню, говорю, или нет. У него все наши сопрут. А, мне что? О, блять, мне ДБП отыграть сегодня еще. Ёбану. Ой-ой-ой-ой-ой. Рафлан поминки. Как же всем похуй на штраф, кто не хочет нажрать. Спасибо. Буква Ю. Похую. Так, метки ставить не буду, сами знаете, куда вставать. Так, 257, вроде все на месте. Что в банке еще можно? А, еще буду фласки куплю. На месте, сосиска в тесте. Выйди в окно, пожалуйста. Сосиска, блядь. Шутки, конечно, да. Ну, мозга у меня нет. Шутки, ми шутки. Как же это плохо. Плохо это ты. Блядь! Я нажал кнопку, это адреналин оказался. Уже кнопкам пизда потихо. Так, все, заходи. Ну, а ну сам себя могу? Нельзя применить к этой цели. Понятно. Смотри, давай, нажми сумон. Сейчас нам сейчас сумону. Угу. Удачи. Не повезло. Не повезло твоим родителям, что у них такой сын родился. А, макрос, кстати, достаньте. У меня где-то есть макрос там, поищи. Не на панели, скорее всего. Он вроде называется АУЕ. Или нет? АУЕ это скорее, блядь, для это для ИВК. Я не помню, блин. О, найдешь. Где-то он точно есть. Купи себе мышку, бляди.
Там макрос встроен. У меня с Блади мышка, если что. Блади, А9 мышка у него. Всяко лучше, чем мышка HyperX. Сейчас я найду его, блядь, где он у тебя тут? Я не помню даже, он скорее всего в общих макросах. Рыбу хавать. Можно назвать единичка. Я с пола не ем. И саппорт еще выпить. Син просто назвали ебало. А, член вашей гильдии Хисера вошел, сообщаю, у тебя взломали, возможно. Пиздец. Просили владельцу сообщить. Что-то ты, Синг, сегодня гипер такой активный, блядь. Какого пацана дойти в понедельник? Заставили, наконец-то. Не факт, кстати, надо посмотреть расписание. Там только на к одному преподу на одну пару ходить. Кстати, можешь бахнуть саппорт на роге, чтобы это дешевле вышло. Можешь перестать есть. Тоже дешевле. Ну. Кстати, а вы вот себе вообще в голове представляли? Нет. Насколько, типа, ну, суицид делает жизнь дешевле? Ну, типа, надо тратиться, ничего, не есть, не пить, не жить, квартиру не снимать. Ну, чем останем? Ну, сейчас там ядики всякие, масло, банки. Не свой же рог, не на своем роге сложно играть вообще-то. Готов? Погнали, похуй. Блин. А, давай ДБМ. Блять. Давай ДБМ. Давай быстрее. ДБМ. Нормально. Битим коста пульнул. 2-1. Опять раньше забыл подписать. Там со стороны танка я закрою, если чё, руны. Прыгаю где. Руны 5. А я сдаю что-то на руну там, по приколу. Батя бурстанул. Руны. О, это к нам, да. Ваша, хорошо. Чё-то 4 штуки появилось. На нахуй. На чё у тебя синистры, блядь? Чего? А с нашей стороны хила ни одного нет. Синистры на двойку должен быть. У меня нет пресса. С нашей стороны ни одного хила нет. Так нету. О. Хуёво. Он до этого не дотягивался. У меня иконка инста пропала. Ты ж по синей стороне профейнт? Закройте у меня. Сзади, одна рука. Ладно, я понял вас. Лол, ебать. World First вайп, насмотрите. Не вставайте. Блять, а меня не достанет. Понял, маклу надо решили сделать. Да и то я топ-топ. Блять, надо бы тебя сунуть. Блять. Людей переставить просто. Давай. Хуй знает, там босс будет стоять. Ну, спулят, свейдят, нахуй. А кто у меня тут стоял? У меня всегда тут хаку вроде. Да-да, это ошибка, короче, надо людей представить. А, хаку не достал. Ты вместо хаку там стоя, хаку бы стоит вот где ты стоял обычно. Кто я стоял? Там два эти... Поставьте Дживса, пожалуйста. Я не тебе. Пожалуйста, спасибо. Короче, БР проебан, не было у него леса. Меня смотритель решил тычку ёбнуть просто по приколу. Давай метки просто и расставь людей, блять. Люди точно знали, куда им идти. А чё, кто в смысле точно знали? Просто хаку встанет там, где я стоял. Хаку, ты помнишь, где я стоял? Ну, типа... Тыкни метку ему. Нет, забагалось, мне вкладывал его писать. Вон, где лайтинг стоит. Точно. Ну да, он чуть-чуть. Ну, там у колонны, да. Короче. Там где две колонны, вот под ними. По-моему, обычно руна. Вон там, вот, вон там, в центре лужи. Чё, хаку этот посох все хочет, да? Угу. Он все еще в ДЦ без пояса, который он... Ты же на ДЦ выбил этот пояс, вроде. Ха-ха-ха, этот критовый дух крит. Или с меткостью прикольно, типа, бегать. Ну, чё там? У меня зев не откатился, блядь. Всё, иди прей. ДБМ пул, дай. Жалко, я шестеря будет не сразу.
4, 3, 2, 1. А Гера нет, кстати. Так, да, Хап, я закрою сзади, ты закроешь вон слева, там, если что появится, да. Вот так вот идеально. Милит, а ты там подхиливай вот фьюри и Симпсонг. Бля, ты лучше там, где Джиф стоит, он там бы стоял. Если там три руны появятся, там пизда же будет. Шковать подхил. Там милики сзади закроют. Глю, чековать не урони. Я-то сам себя подхиливаю. У меня следующий рун на ДП4. Хорошо. Это 4. К нам руны, милик. Хорошо. Ай-яй-яй. Треку. Да. Вы добьете, ну? 3% еще. Я закрыл под босса. Специально. Все есть, вижу. Все закрыли. Прохилите просто. Блять! Следующий босс. Лайтинг. Оранжу, оранжу. Сфера сразу играть. Нас минус один. Надо быстро забить. А Гера была? Будет тогда через 20 секунд. Успеем. Сфера, главное, залить. Так, ну, я в давнюю болезнь был, смешно где-то. Росинки. Забить каст. Там еще сфера. Дай вот тогда БЛ сразу. Да, давай сразу, похуй. Миники, главное, следите за проводником ебаным. Есть кого сбить? Чоколад. Сбивай. Ну, сфера прям во мне. Как мой член? Да это сфера. Скоро здесь сервер на мут прилетит, наверное, просто. На каждый РТ. Не просто ури. Арисинг, убивай. Да, убивай. Угу, хорош. Еще раз Арисинг. Я хочу билд поменять на ДК, блин. Я хочу взять кое-что другое. Хочу еще больше генерации этого. Силу урон взять. Забивай. Там у нас нет вроде сферок. Надо убить одну. Мне правда бить. Все, добивайте мосс. Успел. Понял. Бом сейчас ебнется. Сейчас я ему дебафа накину. Как... На! Сюда дэмэдж. Если вас не ну, пета тоже можно? Его там? Нельзя. Я не помню, когда там скидывать эту хуйню, кстати, блин. Была Ноктина Дейнер или Финда есть? Финды нет. Это Азерона была, я хуйню. Чё? Да залей похуй, чё. Ужа. Смотри, Т4. На! Мимо, да? Конечно. Ты можешь говорить, когда ты кидаешь, я уже могу ставить на похуй. Блять, я силу руна дам не смог ставить. Мужики, вместо того, чтобы пета по КД хилить. Т4. Можно просто сдиспелить его, гайс. Ну типа. А нахуй вы его хилите? Если вы не дисплеите. Моей пассе. Спасибо, благодарю. Я не нравился, Т4 тебе не доверяю, нахуя. Да. Ну вот.
все вопросы. Стой, стой, стой на месте, стой на месте, стой на месте, стой на месте. Карелло, как он раскидывал пати? Играл мудак, получается. Получается так. Опять я. Ну ты же не подумал, что тотем будет. Еще 4, летит 4. Это. Блять. Уже летит? Да. Нормально прилетело. Ты же не подумал про пета? Я что, блядь, передамаш на миллика, блядь. Так он бьет. И че, он аккуратно бьет, если он на постоянке бить, он сдохнет, нахуй. Блять, штаны. О, штаны! Я пошел уже, все, я же ТПшусь. Да-да, надо штаны поменять, а то у тебя обосраны. У меня вообще пиздец. С этого же босса, блять, кстати, штаны. А, вот 232, круто. А вы знаете прикол? Вот на прошлом Пете был яд, я нового призвал, на нем тоже яд появился. Че, кого? Кому давать? Кого? Блин, не знаю. Кого? Арслин 25 как танчит. Рдар Сину. Если он нонсет, то бати. Ну что? Да, баба. Какая жалость. Сука, ну блядь, следующий возьму, блин. Блин. Да блин. Блин-блинский, ё-моё, блин. Как-то раз... Нет. Как-то раз долбится два негра в жопу. Один другому говорит. Такие фильмы смотришь. Так, Хаку, заходи на это. Ладно, все, не буду вам ничего больше говорить. Сбили, в смысле. На ходу придумывал такую интересную историю. Нить потеряна. А что там гневать надо? Шея Реслину дадим. Говорю, что ему нужно. Ну вот и все. Так, чтобы было лайк. Откисает. Откисаешь. Ну, кстати, лучше это... А, ну ладно, как хотите. Шея же еще с Малча есть, может уже это... Сука, хочу Малча. Штаны, кольцо, ботиночки новые, топорик, блин, с королевича, блин. Запы бы с коня, кстати. Пиздец, бегу в ДК просто. Встретились как-то два гея. Пойдем, иди, блин. Один играет на хпале, второй на ДЦ. Ну да что, дело до секса. Ты чё, блин, Чел на хапале начал ебать ДЦ. Ему что-то не понравилось. Потом, короче... Ладно, Синг, сори, ты забанил. ББ. Ты забанил его? Я пока не... Пока не забанил. Всё, мод ему дал. Пока просто дропнул. Чувствую какой-то хейт. Необоснованный. Ой, вот я вообще кошмотка. Чё-то вообще, блядь, перегнул, нахуй. Это... Я не хочу, я все, я обиделся на вас. Там очень сильная шутка про шею с острова была. Хорошо. Нахила. Что-то монорега нет, не забыл шмот поменять. И исповедь что-то быстро кастуется. А, ты скажи, что у тебя еще в ДЦ шмот на шипу. Чё? Хорош. Чё? Челик собирает рейд во льду. Ему пишет... БДК там 6.1 ГС. 6.1. И этот, кто собирает, пишет ему такой, чё? А ДК ему пишет, чокать своей подруги будешь? Ну чё, берёте? У меня шутки хоть смешные, мужики. И потом пишет такой, 6.1. Нет. Как ты думаешь, задонатил я? Нет, сам достиг, блядь. А вы мне еще сейчас плохое говорите, когда я посмешнее было. Не, это надо просто играть на другом сервере, чтобы это понимать. Круто. Я там не играю, к сожалению.
Почему, к сожалению? Ну, таких руфлов интересных не смотрю. Сюда, дыркуль. К сожалению, там что, в жопу ебут? Че сожалеть? Ой, жалко хаку Эппала. Ой, Арислин. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Говорят, еще танк дырявый. Они, вот они. Два бойца. Вот, кстати. Не спульс только этого большого, пожалуйста. Как только ты пулишь, идиот. Ой. Глю спулил в прошлый раз. Хеллоу. Да нет, он переагрил просто. Глю пулит вот так вот, подходишь и джаз. Мужики, мужики, смотрите. Это прыжок Супермена с подкруткой, блядь. Вы не видели, там я еще сальто крутанул, пока летел. Ну я говорю, прыжок Супермена с подкруткой, блядь. Как в этом фильме 3 икса, блядь. Это что, говорит, твой новый трюк? Прыжок Супермена с подкруткой? Да нет, говорит, он еще в работе, блядь. Долго доходит до вас. Вы еще скажите, не смотрели 3 икса фильм, блядь. Вот, блядь. Это с Вин Дизелем, который... Да, да, с Вин Дизелем. Смотрели. У нас, блядь, в рейде десятки 3 икса хватает. Как тяжело было. Расшифровку сказать и по никам. Давай. Хуило, хуило и хуеплёт. Не, там хуесос. Первый — Урион. Второй — Азерона. А третий... А третий сами думайте. А третий — Симксон. Схуяли, будет Фьюри. Офигел? Гулить, блин. Хеллоу, стан. Хеллоу? Ебал? Завалил? Понял? Ты, быдло. Вонючая, необразованная. Вот как, кстати, нахуй шутку злить. И почему ты так много куришь? Курение тебя погубит. Там не лайм, мохито, там это. Да похуй, долбоёб. Да нет, разница колоссальная. Там мятный лайм. Слышишь? А в конце фильма, когда Вин Дизель такой, это что, говорит, наводящаяся базука, блядь, да, говорит. Этот ублюдок, и объясняет челикам, этот ублюдок курит, говорит. Такой хуяк выстреливает, и ракета заворачивает у этого типа прям. Я же говорил, курение тебя погубит. Я посмотрю этот фильм при одном условии. Там в конце в жопу долбится? Да. Финка. Пошел смотреть. ББ. Удачи. Здорово. Короче, там что-то это. Там в жопу долбится мужчина с девушкой. Мне это не нравится. Нет, ты посмотри. Если ты этот фильм не смотрел, ты много потерял. Я смотрел по этому, блядь, по телеку, когда крутят иногда в детстве. Ну и хули, ты его даже не помнишь. Нахуй нам не надо вообще? Я не смотрел даже, мне помню. Нет, я помню, все такие фильмы, там чилы сидят, пи-пи-пи-пи, пух, бах, бу-бу-бух-бух, и все, вот это вот весь фильм. Хуя мне это смотреть? Лол, блядь, ты ошибаешься. Кек, блядь. Там в начале, между прочим, в начале концерт Рамштайна. Блять, пойду концерт Рамштайна посмотрю. Не, ну типа, мне такие фильмы, ну, такое. Такие, да ты лох, если этот фильм не смотрел. Лол, кеков. Лол, кеков. Не, реально, сейчас такую хуйню не снимают. Ну, в смысле, такие охуенные фильмы. Вот такую хуйню реально не снимают. Посмотришь, сразу поймешь. Потом зайдешь, Войт, а помнишь там такой-то момент, такой-то человек сказал то-то-то-то? Через 10 лет такой будет сидеть, блядь. Да ты его, блядь, в 90 лет будешь пересматривать, я тебе гарантирую. Будешь, блядь, идти по улице с тросточкой, будет у тебя лицо трястись вот так вот, знаешь, как у этих,
Ну, сука, у стариков, нахуй, болезнь Паркинсона есть, блядь, трясучка такая, блядь. Uh-huh. И будешь такой, о, блядь, я помню, смотрел 3X, блядь, не воин говорил, блядь, нихуя себе, охуенный фильм. У меня есть друг, вот, у него, короче, типа, ну, ДЦП. Говорит, он каждый раз ко мне приходит и говорит, бля, ты Рэмбо смотрел? Я Рэмбо как-то давно-давно, блядь. Я не знаю, мы вали в кожу собрались, типа, по итогу. Ты понимаешь, что в этом, в боксе, в начале, вот когда там 60 или 50 какие там... Бокс — это были, коробка, типа? Там, нет, на ринге. Ну, когда с перчаткой хуярят друг друга. Там было по 15 раундов, что ли, и вот эти раунды... А, ну так ты так и говори, подожди, извини, там, что там перебиваю. Ты так и говори, что обезьяне бои. Да, обезьяне бои. Там, короче, дошло даже до того, что... Вот эти 15 раундов не все выживали. То есть люди получали такие количество травм, что, блядь, ну голова просто в месиво превращалась, блядь. А у них и до этого, походу, если они на это согласны, с головой не все в порядке было. Ну, понимаешь, ну у них другое совершенно мышление, вот тех, кто... Они же долбоёбы спорили. А потом уменьшили количество раундов. Так вот, Рокки — это тот фильм, где вот эти 15 раундов Рокки героически получает по ебалу, и в конце... В самом последнем 15-м раунде он такой еле-еле и падает его соперник, который его хуярил 14 раундов всем. Я же говорю, приходит ко мне друг, а у него, короче, аутизм. И каждый раз спрашивает, а ты Рокки смотрел? А я у него спрашиваю, как Бильбо, Рокки Бильбо, который? Бильбо? Бильбо Бэттинс тоже, блядь. А я ему в ответ кричу, Брэн, Брэн за Берроу! Шиза. Бальбоа. О. Просто шизики ебаные. То есть ты с представителями ДЦП ведешь себя неадекватно. Представитель ДЦП. Надеюсь, официальный хотя бы. Они. Из какой гильдии? Есть здесь представители ДЦП, пожалуйста. А чё вы хотели? Ну чё, представители вон ДЦП, вон это. В Доте вон сезоны на International через ДЦП же квалифицируется. Ну да. Там ДЦП поинты лутают. ДЦП поинты. Думаете, чё я в Доту играть начал? Вы кого нахуй ведёте там? Мы? Там ещё одна большая. Чё ёбнулись? Ведём увлекательную беседу. Слышишь, самый главный момент фильма, ты знаешь какой? В 3X. Когда он, короче... Он в конце 3X пишет на доске? Не. Тогда что-то... Почему название такое? Оксимирон? Они, короче, когда в клуб приехали, там, в Прагу, в Чехию, приехали в клуб. И Дизелю нужно с этими, с бандитами скарифаниться. Ну, они такие скарифаниться. Дизелю? А чё не Бензин, не Солярка? Ну, лысому, короче. Ну, это... И он такой, это... Лысый из Бразерс, а он... Да, они, короче, скарифанились, о чем-то там договорились, ну, типа, заключили сделку, короче. И челик такой, ну, из охраны этого злодея, из бандитов, такой говорит такую фразу охуенную, запомни на всю жизнь. Ну, давай. С делами покончено, можно и отдохнуть. И такой открывает занавеску, сучки, сюда, и сучки заходят. А почему фильм-то называется 3X? Не понял. Ну, у него 3X на шее татуировка. А что другую сделать? Потому что у меня татуировка с 3X ездит. Оксимирон получается. Короче, я хуй знает, ты этот фильм не смотрел, просто лол, бля, я не знаю. Сучки! Уху! Блять, Люсина, с ним в ХС пойдете, ну, щипись. Пичка-пичка, бим-бим-бам-бам. Карта, бля. Ну куда ты бьешь, мразь! Парь! Ты что-то зевака себе вкинул, что ли, не могу понять. Чё, зевака? Ну да, я вот каждый пул по 3 раза за пул огненный зев. Или у тебя просто выговор такой, или ты закидываешься реально.
9 минут больше, что ли? В смысле выговор? Иногда ощущение такое, что ты или специально как-то голос меняешь, или у тебя просто, ну, то есть голос через губы, когда проходит воздух, то есть у тебя как-то они определенно складываются, у тебя получается, как будто ты зубака закинул. Не, когда голос меняется, это у меня не через, ну, не изо рта через губы и зубы идет звук, а именно напряжение гортани. А, то есть ты в гортани что-то меняешь, ну, да? То есть, ну да, типа, я ее. Она сейчас с буквой Т стоит, а я ее, короче, бах, приделываю. Ну понятно, а то у меня были подозрения, блядь, что ты закидываешь, это за губой что-то лежит, блядь. Поэтому голос меняется. За щекой что-то лежит, блядь. А там хуй знает. Я просто на одной волне с создателями фильма Трикса. Я ты вот посмотрел, пока мы сейчас моба били в X10. Я просто так лучше воспринимаю информацию. Так почему в X10? X3, блядь, 3X, аж, блядь. Не, ты не понимаешь, как это работает. Только самое главное, если посмотришь, вторую часть не смотри, там с негром, там неинтересно. О, так наоборот, нет. В смысле, так у них же большие, так же интереснее там. Там же сучек позовут, а он их негр то всех. Да он там жрет весь фильм, как дурак, блядь. Ну такой что, стильно вышел и гамбургеры жрет, о, я жрать хочу. А это Ice Cube, который, да? Да, Ice Cube. Ну это весь прикол на весь фильм, блядь, один прикол. Пиздец. Вот это фильмы, в каком веке, в 21 веке живут? А там чисто в фильме единственное развлечение, это как, это негр. Типа, как он жрет, ну типа. Да вообще бред. Как-то нетолерантно. Как додумались, блядь. Я бомжа дал, так что можем возьму сколько. Не хватит его. Каплю дадут.